Для автомобилей в возрасте от 10 до 14 лет установить таможенную пошлину на уровне прошлогодней. Для машин старше 14 лет ввести повышенную ставку при таможенном оформлении. Такова суть изменений в закон о таможенном тарифе. Данный вопрос уже не раз был предметом обсуждения. Мы это прекрасно знаем. На что хотелось бы обратить внимание? Ну, во-первых, уровень автомобилизации в нашей республике. Статистика нам говорит о том, что уровень ежегодно возрастает по количеству транспортных средств. Это мы видим от 2011 года, если количество транспортных средств, зарегистрированных в 2011 году, составляло 127 тысяч единиц. 2012 год нам уже показывает 132 тысячи, 2013 год 138, 2014 год более 146 тысяч. По словам представителей правительства, темпы развития дорожной отрасли в республике заметно уступают росту числа автомобилей. При строительстве еще в советское время наши дороги не были рассчитаны на высокую интенсивность. К тому же существует дефицит парковок. Вот за счет тех таможенных пошлин, которые предлагает автор, существенно увеличить для автомобилей более 14 лет, вот эти деньги пустить на улучшение ситуации на дорогах и с парковками. У меня на округе есть Победы и есть Волги, которые намного лучше, чем некоторые Мерсы, как я вижу. Там водители не вылазят из-под них, ремонтируют, а те прекрасно себе ездят и проходят все техосмотры, и ЦО у них нормальное, все нормально, давление. Все чисто концептуально по поводу возраста. С каких пор возраст является критерием, скажем, допуска технического любого, и в том числе автомобиля, к эксплуатации? Количество автомобилей, с момента выпуска которых прошло более 10 лет, составляет у нас около 93% от общего количества транспортных средств в республике. То есть наш внутренний рынок, он способен удовлетворить потребность населения в транспортных средствах указанной категории. В соседних странах также действуют ограничения для ввоза автомобилей по возрасту. В Молдове до 10 лет, в Украине до 8. Подобный закон в нашей республике был принят Верховным Советом еще в 2008 году и должен был вступить в действие в 2011. Но этот срок постоянно переносили. В правительстве предлагают поставить точку в этом вопросе и сохранить существующий порядок, то есть ввоз автомобилей не старше 10 лет. К тому же в этом году для машин старше этого возраста проводилась таможенная амнистия. Депутаты не согласны и приняли изменения в закон в первом чтении. Елена Костелец, Станислав Стоянов, Егор Бекерский и Роман Лисуков. Первый Приднестровский телеканал.